красное горит, это значит снимается, да? Я это не знаю, тут вот. Ну, наверное. Ну, ладно. Мы с вами находимся в деревне Юлюган или Виллиган. Здесь начинаются экскурсии в национальный парк Джанзязе. Вообще существует две деревушки. Одна Джанзязе, другая вот эта. Вот эта более туристическая. Мы сейчас вам покажем обычную китайскую жизнь. Что случилось? Да ничего, говори, давай. Вот как шьют. Шьют вещи для нашего рынка «Таганский ряд». Вот покажем, как полицейский сдает свою форму в химчистку. Вот. Пройдемся дальше, покажем, что с голодом в деревне Юлюган не помрешь. Мы только что позавтракали вот такой вот замечательный. Кафешки. Типа вот той. Здесь, кстати, не готовят так макароны, как в мусульманских этих столовых. Но все равно прикольно. Сними панорамой как бы деревню и пойдем в парк уже. Что ты меня в упор снимаешь? Все, нажми еще раз.